А вы в чем муниципальном помещении находитесь? В муниципальном? Да. Это не к нам вопрос. У нас есть директор, к нему. Мы здесь давно находимся в этом помещении, вот спрашивают. Ну, серьезно, сколько вы здесь находитесь? Я 5 месяцев здесь работаю. В шкафы мы тут переодеваемся. Это ваше личное. Ну вот. А это тоже помещение, да, муниципальное? Тоже помещение? Да, да, да. Да, муниципальное. Здрасте. Мужики, привет. А вы организация какая? Ты что замолчали? Я что, Интерпол, что ли? Хотели узнать, зачем вы в муниципальном имуществе находитесь? Ну, это вопрос к директору. А к вам не надо? Почему? Потому что у меня есть директор. А вы слесарь, да? Да. Вы давно сидите здесь? Я только сейчас пришел. Не, ну вообще помещение давно занимается. Не, я устроился в этом году. Да, договора аренды, ну, у кого-то закончились, у кого-то до сих пор действуют. И некоторые управляющие компании после объявления аукциона в аукционах, ну, не участвуют. По каким причинам, это, наверное, только могут ответить они сами. Ну, комитет работу проводит, выезжает, актирует, мониторинг проводим. И выставляем эти помещения на аукцион, чтобы заявлялись люди, которые их эксплуатируют.